четверг в Самарской области пасмурная погода, местами осадки в виде небольшого снега. Начнется процесс спада температуры. Днем минус 16, минус 18 градусов, ночью 17-19, ниже 0. В Сызрани пасмурно и небольшой снег, днем минус 16, ночью также 16 градусов ниже 0. Ветер юго-восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, вечером возможен снег, днем минус 15 градусов, ночью минус 17. Юго-восточный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем минус 17, ночью 19 мороза. Ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.